дядя Толя. Вторник, а значит анекдот. Сегодня анекдот про экономическое состояние нашей страны и про малый бизнес. Короче, мальчишка забегает к отцу в комнату и говорит: папа, папа, тут что такое? Он говорит: пап, у нас две новости. Одна вообще очень хорошая, а вторая пиздец какая плохая. Папа такой говорит: ну давай с хорошей. Он говорит: папа, блин, дедушка больше не храпит. Баклажан, дядя Толя. Баклажан, дядя Толя. Баклажан, дядя Толя. Баклажан.